О, да, скажу я владельцам часов Pebble. Лично я этого ждал очень давно. Заходим в Google Play, скачиваем приложение, называется Music Boss, стоит, по-моему, 30 рублей. Заходим в стандартное приложение Pebble, Music, выбираем скачанное приложение. В самом приложении задаем настройки, добавляя опять же, в него приложение, которым мы будем управлять. И, собственно, что мы получаем? Нажимаем Music. Слушаем музыку. Нажимаем два раза среднюю кнопку. Приложение музыка. Еще раз два раза. И, допустим, мы хотим послушать подкаст. Ксюша какая-то сегодня с немножко поздним зажиганием, или как у нас программистов говорится, с... Также возвращаемся в музыку. И это еще не все. Два раза нажимаем на нижнюю кнопку. И вот оно. Регулировка громкости. Помимо переключения треков, можно еще регулировать и громкость. Офигенная штука. И если уж мы уже зашли в список приложений, то тут есть такое приложение. Опять же, оно скачивается из Google Play, на этот раз бесплатно. Glance for Pebble называется. А что оно из себя представляет? Она, это приложение, синхронизируется с вашим смартфоном, выводит дату, время, пишет погоду текущую, иконочку вводит, также список пропущенных сообщений, телефона, либо почты. Все это дело, естественно, синхронизируется, вот тут вот в настройках задается. Вот такой маленький обзорчик приложений для часов Pebble.